Всем привет, ребят, с вами снова я, Ксюша, и сегодня я хочу предложить вам несколько идей из самоклеющейся бумаги. У меня эта бумага в таком рулоне, она продается, в принципе, во всех там, ну и, в принципе, и констоварах, и в строительных магазинах. У меня было, ну, вообще, в принципе, этой бумаги очень много, она у меня уже очень давно, еще с 18 года примерно. Она у меня есть белая, ну, такая переливающаяся белая, точно такая же красная, их я уже использовала, а есть еще розовая, неиспользованная. Поэтому сегодня я придумала несколько идей. В принципе, эти идеи очень необычные и делаются очень легко. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place has grown all wide, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Yeah.
Oh.
думаю, такое видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, то пишите мне об этом в комментариях, ставьте лайки, и тогда я могу сделать еще одно видео с использованием самоклеющейся бумаги, где, ну, сделаю какие-нибудь другие прикольные идеи. Вот. Ну, а с вами, как всегда, была Ксюша, и всем пока!